О ленских должниках, квартиросъемщиках можно слагать притчи. Так много о них говорят последние несколько лет и коммунальщики, и власти, и горожане, и средства массовой информации. Но меньше он их не становится, а любому терпению приходит конец. Пришла пора платить по счетам. Власти города решили приступить таки к выселению злостных неплательщиков из обжитых, но дармовых квартир в помещения поменьше. Также у нас имеются наниматели, которые по сей день не заключили договора наймов. На сегодняшний день специалистами муниципального образования город Ленск проводится инвентаризация всего жилищного фонда муниципального образования город Ленск. И в ходе инвентаризации выявляем именно таких граждан. Ну, если приводить пример по микрорайону Алроса, у нас не заключивших договора социального найма, это 69 нанимателей, имеющих задолженности по жилищно-коммунальным услугам более 20 семей. Что значит не иметь договора найма? Может, многие не понимают серьезность своего положения. Это значит не иметь жилья, а жить без документов означает нарушать закон. Микрорайон Алроса не такой уж большой, то, что 69 квартир висит в воздухе, непорядок. Это значит, 69 семей пойдут на выселение. В случае, если наниматель и члены семьи нанимателя более чем 6 месяцев не вносят плату за жилищно-коммунальные услуги, администрация муниципального образования город Ленск вынуждена обращаться в суд о выселении таких семей с предоставлением жилой площади менее площадью. То есть это 6 квадратных метров на одного члена семьи. Куда выселять тоже продумано. Оказывается, если начать решать любую проблему, выход найдется. Жалеть больше никого не будут, а предоставят коммунальную квартиру. На семью комнату, ванна и туалет общие. 2-3, а то и 4 семьи в одной квартире платить станет в разы меньше. Отговорки у любителей жить за чужой счет не найдутся. Для избежания судебных разбирательств, во-первых, я хочу обратиться к нанимателям, которые по сей день не заключили договора социального найма, проживают по смотровым ордерам, может быть, или утеряны договора, ну или какие-то иные причины, обращаться в жилищный отдел кабинет 20-й администрации города Ленск для заключения договоров. Это во-первых. Во-вторых, своевременно вносить плату за жилищно-коммунальные услуги, не копить долги, чтобы не было в дальнейшем у нас таких вот у нас и у них проблем. Кстати, должники могут прийти в свою управляющую компанию и попросить рассрочку платежа. Им всегда пойдут навстречу. Так что срочно задумайтесь и решите свои проблемы с долгами, иначе за вас их решат через суд и не в вашу пользу.